Помнишь, как мы сюда приехали первый раз 5 лет назад? И что говорили местные об этом озере? Не помнишь? Нет. Они нам рассказывали, что в 60-х годах плав вместе с озером и с горами Проклятия были намного популярнее посещаемыми туристами, нежели город Будва, который сегодня является... Ничего себе, а что они здесь в горах делали? Ну, какой туризм? Смотри, во-первых, у нас раньше сюда приезжали в основном европейцы, ну и экс-югославы все, да? Угу. И сюда едут за хайкингом, угу, на байдарках поплавать, вот, горные озера увидеть. А наш народ просто хочет лежать на пляже, поэтому наших тут и мало. А что тут делать? Смотри, они там греются. Класс. Давай подберемся поближе. Мы сейчас находимся в городе Плав на Плавском озере. И вот эта местность, за моей спиной город Гусеня, называется Плавско-Гусинская долина. Но есть тут еще две долины. Одна называется Грибая, а вторая Рапаяна. Обе красивейшие и невероятные, но только одна с асфальтом, а вторая, как говорят, макадам, то есть бездорожьем. Обе долины просто космической красоты. Скалы очень суровые, напоминают альпийские. Их, в принципе, так и называют здесь сейчас Северо-Албанские Альпы. Албания и Косово, вот уже, в принципе, там вот за горами совсем недалеко. Сейчас горы потрясающие. Хотя, кажется, они красивыми, приятными, но название у них какое грозное – Проклятие. Ты знаешь, я вот думаю, что когда вот по этим горам ходили пастухи в прошлые века, еще не были проложены хорошие дороги, были вот такие пастушьи тропы, наверное, они проклинали просто, когда шли дожди, текла эта глина, грязь, невозможно было в снега, в эти в лавины пройти, перейти в какую-то, не знаю, другую деревню. И люди, наверное, просто, ну, ругались, и вот так и назвали «Проклятые горы». Так что их неприступность, их вот такая фантастическая дикость, при этом красота, дали им это название. Народ тут веками жил животноводчеством, сельским хозяйством, но захватить эти территории было всегда тяжело, хотя османам удалось. Османская империя здесь долго правила. И от нее остался очень большой тут след. Во-первых, вы это увидите в кухне. Тут подают в пекарнях, в отелях восточные сладости, как баклаву, мы ее называем пахлава, тулумбы, буреки и прочие-прочие вкусняшки. Во-вторых, национальная одежда здесь выглядит приближенно к турецкой. А еще в регионе Плава вы можете увидеть памятники исламской жилой и фортификационной архитектуры. Это такие дома-крепости. Их называют кулы. Тяжело поверить, но еще 50 лет назад в этих строениях жили люди. Чем же заняться в городе Плав и Гусеня? Начните свое знакомство с национальным парком Проклятия именно с Плавского озера. Ну как тебе уточки? Блин, утки балдежные. Знаешь, мало кто из туристов догадывается. Все в основном считают, что Черное озеро у нас самое большое ледниковое озеро. Оно такое горное, да? Именно Плавское озеро, оно самое большое в Черногории. Но туристы об этом не знают, ну, пока здесь не побывают. А поэтому приезжайте, наслаждайтесь. Летом тут народ купается, кто-то плавает на каких-то байдарках, лодках. Мы, кстати, с собой тоже каяк взяли, но чего-то времени не хватило на него. Ну, просто день рождения праздновали. Да, было день рождения, помешало нам. А так просто созерцать, знаете, за утками тоже приятно. Ну а потом обязательно съездите на джипе, либо сходите в небольшой трек к Хритскому озеру. Спасибо, да? Ребятки, это самое высокогорное озеро в стране. Хритское озеро, ледниковое, прохладное. Ну, летом, понятно, можно купаться, водичка освежающая. Люди приходят с сапами, каяками, кто с шашлычками, палатками. В общем, кайфушка, всем советую. Это национальный парк Проклятия, недалеко от города Плав. Приезжайте обязательно. Перед походом на озеро мы остановились на ночевку у катуна Самелова Колыба. За нашу палатку взяли 10 евро, но вы можете переночевать и в мини-домике. Хозяйка готовит вкусную домашнюю еду, также здесь есть теплый душ, панорамная терраса, для детей есть батут, качельки. Качелька, качелька. Здесь то ли душ,
Все достаточно чисто. Такие два туалета. Умывальничек и там. Ой, душ горячий вообще. О, слышите, отзыв какой. Я... Вообще отличный. Вот тут тропиночка. Полянку мы выбрали сами, они нам разрешили любую. Но есть два маленьких минуса. Плохо ловит мобильный интернет и электричество только от солнечных панелей. Ребята приехали ровно на один день без ночевки. Я в шоке. А мы уже обрадовались. У нас настольная игра с собой есть. Мы будем с кем поиграть ночью, а? Приехали мы на точку старта. Это буквально 200 метров от места нашей ночевки. Смотрите, тут какой-то заброшенный катун, где тоже пасли животных. Я думаю, тут тоже можно встать с палаточкой. Бесплатно. Вот. Вот место, где мы ночевали. Вон оно. Ребята переодеваются. Интимные подробности. Так, тропа наша идет вот. Кстати, указатель виден желтенький. Небольшой участок пути в 3 километра вы преодолеете за 1 или 1,5 часа. Тропа промаркирована красными кружками, так что вы не собьетесь с пути. Ну и по пути у вас будет сказочный лес. Единственное, что выбирайте хорошую погоду и по сезонам года. Я вам советую с июня по октябрь. Интересный факт про Хритское озеро. Здесь абсолютно нет никакой рыбы. Это из-за толстого льда зимой, который не пропускает кислород. В 1957 году местные жители пытались выпустить в озеро форель, но популяция не выжила. Зато здесь живет земноводный тритон, и его очень легко рассмотреть в воде. Место фантастическое. Знаете, кажется, что фея сейчас отсюда выползет. Есть еще одно озеро тут недалеко, называется Виситорска. Оно, конечно, поменьше, но тоже очень фотогеничное, дикая абсолютно природа вокруг, леса. И что хочу сказать, здесь могут быть медведи. Ребят, будьте аккуратны, не ходите вообще в одиночку в горы, даже вдвоем не ходите. На Виситорское озеро, как и на Хритское, ведет бездорожье, поэтому без джипа вам не обойтись. Ну, либо можно отправиться в долгий пеший поход. Место дикое по красоте, кажется абсолютно безлюдным. Лишь домики пастухов говорят о том, что иногда здесь бывают люди. Я так понимаю, это чисто туристический домик, да? Исключительно для... походников и лесников, чтобы прятаться. Здесь может поместиться, наверное, я думаю, человек 6 можно вверху еще положить. Добрались мы к Виситорскому озеру. 1755 метров высота над уровнем моря. Летом 23-го года, наконец, регион Виситорского озера облагородили. Почистили его от мусора, сделали маркировку, ну и вокруг озера прорыли такую пешую тропу трактором. Так что гулять будет еще приятнее. Это не просто коробочка. Коробочка для покорителей гор и озер. Что тут есть? Тут, значит, есть тетрадочка, ручечка. И нам надо написать, тут была Аня и Саша. А пацаны не дошли. Как и напишем? Дата 22 октября. Вот на самых высоких вершинах, или где крепости австрийские, или вот такие горные озера, люди пишут приветы. Видно, что тут редко бывают люди. Импровизированный обедик. Итак, посмотрим, что у нас есть. Тут, смотрите, жирненький идет бутербродик. С маслицем, смотри, сейчас будет. Это мои домашние оливочки. Спрашивайте рецепт, расскажу. Сама собрала. Замариновала. Айварчик. Овощинка. Просто. И самое главное, немецкая вкуснейшая сосисочка. Боже, как вкусно. Мы же были в конце октября, погода стояла теплая, сухая, и ничего не предвещало грибы, если бы не родник и вот такая речушка, впадающая в это озеро. Лисички, прям целая поляна. Огромную сумку насобирали. Смотри, какой у него ножка толстая-толстая, давай к низу ее. Ну что, поехали дальше? Проклятие большое. Следующий.
следующая локация в нацпарке «Проклятие» – это водопад Гырля. Находится он недалеко от городка Гусени. Осенью он не сильно поражает воображение. Зато в мае или июне вы его увидите во всей красе. Совсем недалеко от водопада Гырля находится еще одно классное местечко. Как видите, природный водоем, но очень необычный, поскольку похож на глаз. Такая огромная выбоина в земле. Интересно, что даже летом здесь температура 5 градусов, но люди все равно купаются. А глубина в среднем до 6 метров. Река, создающая этот водоем, течет в сторону города Гусени и чуть ниже образует тот самый водопад Гырля. Лёш, как ты думаешь, вот чей это глаз? Я даже не знаю. Видишь? Ну вот они его назвали око-скаковица. Как думаешь? Скаковица? Кто такая скаковица? Кто такая скаковица? Не знаю, мы видели только село Скотч и Дивойка. Может, ну, давай, самый Дивойки? Ну давай предположим, ты только что прилетел с Австралии. Кто у нас скачет? Кенгуру, да? Кенгуру? В Черногории нет кенгуру. Нету. Не может быть кенгуру. Овцы скачут здесь по горбам. Прям скачут? Прям скачут. Прям такие раки выпили и поскакали. А вон, смотри, как по воде побежала. Класс, точно. Но это не в честь нее, честно говоря. И там глаз очень маленький, там побольше глаз, понимаешь? Чуть-чуть больше. Стрекоза? Ты ближе, но не стрекоза. Блин, я не знаю этого. Зеленая! Он! Кузнечик! Молодец! Серьезно, скакивается с кузнечиком? Это глаз кузнечика в переводе. Око-скаковица отлично совмещается в единый маршрут вместе с водопадом Гырля, с долиной Рапаяна, долиной Гусени, Плавским озером. Можно посмотреть все за один день, а можно и с горным походом разбить на 2-3 дня. Один тонкий момент. Именно к этому водоему можно подъехать на джипе. На легковой машине тяжеловато, либо с высоким клиренсом, либо же пешком прогуляйтесь немного. Ну и летом плавки берите, тут все купаются. Если вы любите походы, то самые фантастические горные пейзажи вас ждут именно в Проклятие. Недаром их сравнивают с Альпийскими горами. Из легких походов без подъема на высоту я советую прогуляться до Рапаянского озера. Долина бесподобная, озеро фантастическое. Единственное, оно пересыхает где-то к августу-сентябрю. Второй вариант похода подойдет для покорителей серьезных вершин. Я советую сходить на пик Злакалата. Это самая высокая гора Черногории. Учтите, что эта тропа подходит для самых выносливых. Ее расстояние 11 километров, но вам нужно совладать с разницей высоты 1500 метров. Самые интересные горные тропы в нацпарке Проклятие начинаются из долины Грибая. В этом живописном месте вы можете переночевать в одном из катунов. Это такие деревянные домики для туристов. При них работают домашние рестораны. И уже на утро со свежими силами отправляйтесь в поход на одну из вершин. Самым красивым маршрутом Черногории я считаю на пике Валушница, Тальянка и Попадия. Если у вас нет опыта и вы ищете горного проводника, советую вам обратиться к Саше Фоменко. Его контакты оставлю в описании под видео. Вблизи городка Гусени вы найдете удивительной красоты места – Алипашины источники. Это ключи воды, бьющие из-под земли на территории площадью 300 квадратных метров. В былые времена тут останавливались караваны с торговцами на ночевку и водопой скота.
А сегодня на Алипашиной источнике возвращается местная диаспора. Праздник проходит 2 августа. Во времена Югославии народ массово эмигрировал из этого региона в США, Канаду и Европу, но ежегодно возвращается на родину предков. Рядом с алипашиными источниками не пропустите милейшее местечко – ферму с осликами и пони. Она находится рядом с дорогой. Только не забудьте с собой морковку, они будут рады. Это самое главное животное в Черногории. И тягловая сила, и помощник по хозяйству, а еще целебное молоко у них сегодня продают. Какой хоровод. Ой. Ай, какой, смотри. Смотри, малыш его. Надо малыша погладить, он самый приятный. Да, он как плюшевый. Да, я же тебе говорю, он самый классный. Боже, какой он мягкий. Андрюха, погладь маленького. Если вы хотите почувствовать дух Балкан, окунуться в колорит Османской империи, тогда отправляйтесь к дому-крепости Кулери Джупагича. Я считаю его лучшим этнографическим музеем данного региона. Кофе мелится, разговоры разговариваются. Как видите, здесь можно увидеть массу посуды времен Османской империи. К примеру, вот смотрите, какой кувшин. А что я обдебило? Улье, млеко, вода, ракия. Ой, вода бил. Вода, да? Mm-hmm. Человек, который стоит рядом со мной, это владелец когда-то этой крепости. Он здесь прям родился, но в 50-е годы Югославия, вернее, власть Югославии решила объявить этот дом-крепость музеем. И сегодняшняя коллекция – это частная коллекция Шуча Реджипагича. Давайте познакомимся и узнаем, да когда он здесь жил и как это было. Шуча, как ты был роджен? Овде и на ком спрату? Овде я роджен 1953 године на третьем спрату. То вам майка рекла, да? Да, майка ми рекла на третьем спрату. Ово дерво је грађено у 17. веку, а овај камени дио је грађен у 15. веку. Поскольку здесь была кухня на открытом огне, надо, чтобы дым выходил. И вот этой крыши практически не было, только вот перекладины здесь существовали. Интересно, что прямо в кухне находился хамам. Ну, такой небольшой, как душек. А как он изглядел, хамам? Котуш кабина спеца затворене, био врата су имала и... И доносили... Само што и доносили и... В 1989 году местные власти задумали реконструкцию Кулери Джупагича. И теперь в ней не увидишь ни кухни, ни хамама, ни туалета. Она полностью превратилась в музей. Но всю коллекцию собирает сам Шуча. Комнаты крепости он заполнил старинными вещами, посудой, часами, мебелью, собирая их по барахолкам всех Балкан. Чтобы попасть на экскурсию в Кулери Джупагича, нужно договориться с Шучей немного заранее по Вайберу. Я оставлю его телефон в описании под роликом. Ну а оплата – это по вашему усмотрению. Вы знаете, горы Черногории таят себе массу интересного, неизведанных красот и новых открытий. Подписывайтесь на мой канал «Неизвестная Черногория» и следите за новыми роликами. Смотрите, как они втроем снимают один кадр. Красную кружку, в которую наливается чай. Леха у нас, значит, листву трусит. Анчик наливает, попадает ее рука и термос.
какая работа тяжелая у блогеров.